Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» почтили память защитников Отечества в городке Кубинка-8, а также приняли участие в презентации авторского фильма «Боевой и трудовой подвиг Кубинского гарнизона в годы Великой Отечественной войны». В церемонии возложения цветов к мемориалу погибших приняли участие муниципальные депутаты и местные жители. В завершении встречи состоялось вручение благодарственных писем жителям Кубинки, которые активно занимаются патриотической работой.